Привет, друзья! С вами Антонина. Мы с супругом едем сейчас отдыхать на море. И проезжая Кореновск, Краснодарский край, не удержалась, увидев такую красоту, сад грез тут какой-то вот есть. И решили остановиться и подробно показать вам. Вот хочу показать вам сейчас, что тут красивое есть. Вот у меня тут любимый супруг. И пойдемте посмотрим. Вот смотрите, как здесь красиво. Такая сказочный персонаж. Улиточка здесь вот такая красивая есть. Вот, посмотрим. Потом вон какой грозный бык на глобусе. И удивить туя. Вот здесь украшает, строит какой-то замок, строит. А посмотрите, здесь маки цветут, красивые маки цветы. Ой, удивительная красота, я даже не ожидал, что сегодня. Но здесь, видите, еще строится, обновляется, поэтому я вот как бегло покажу, потому что нам надо ехать. Еще Керченский мост, потом Керченский мост покажу вам еще. Вот здесь еще как маки, вот посмотрим ближе, как эти маки. Вот, смотрите, какой мак. Вот. И вот лепестки маков. И вон они. Добро пожаловать. Пойдем, Анатолий. Зайдем. Ой, там фонтанчики. Вот целая аллейка. Вот такая красивая строится. Прям даже глаза разбегаются. Не знаю, куда бежать. Даже вот не поленились. Мы развернули машину. Искали развязку. Специально вот, чтобы переехать на другую сторону. Смотрите, здесь как стараются, красиво готовят вот нам. Это как в Тольятти замок Гарибальди, вот такой вот, наверное. Все, хочу туда тоже съездить, посмотреть. Очень красиво здесь. Это Кореновск, Краснодарский край. Здесь лошадки. Ой, а запах, аромат какой уже идет. Это вот эти цветы, что ли? Ой, это, знаете, как из кинофильма «Аватар», помните? Вот такие вот прям, я даже не знаю, как они называются. Посмотрите, точно дерево. Аж... Ну да, вот этот цветок. Какой аромат идет. Пчелы, да? Пчелы и шмели. Ой, ребята, посмотрите, вот такое ощущение, как будто в фильме мы «Аватар». Ой, зайду я сюда. Зайдем, Толь, сюда. Вот он, этот цветок. Ой, какой аромат. Аромат юга. Я уже прям в предвкушении. Главное, нос сую, а на камеру смотрю, а не вижу, что здесь много пчел. Ужалит, блин, в нос. Вот будет тогда. Смешно. Ой, какой аромат. Точно, да, есть как кинофильм «Аватар». Прям мне так нравится дерево такое вот. Необыкновенные растения здесь. И беседки вот так вот выстроены. Но посмотрите, здесь еще не распустились все цветы. И вот такие здесь все как-то они вот свисают. Здесь розы. Кстати, вот такие вот держатели в светофоре есть. Я все рекламирую светофор, да, фикс прайс. Вот такие лошадки вздыбленные. Смотри, как здорово, да? Это меня супруг уговорил. Пошли, да пошли, посмотрим. А то он в рейсе, когда ездит один, любуется вот такими видами. Но здесь, видите, в процессе все. Вот этот орел, вот этот бассейн. Ангелочки такие красивенькие. Привет, пупсик. Вот такие красота здесь. Ой. Вот это, наверное, какой-то светящий будет фонарик. Смотрите, с крючками, наверное, здесь что-то будет висеть по типу. Освещение, а может, да, фонарики потом будут. Колодцы, беседки. Ну, наверное, здесь потом платный вход будет, я так думаю. Это сейчас, пока вот мы... забежали, потому что здесь в процессе. Но я уже рекламу делаю. Посмотрите, здесь колодец вот такой. А птицы поют. Ой, как здорово, ребята. Там даже кораблики есть.
Но мы уже туда заходить не будем. Ну, хотя бы вот так. Ну, там приготовлено, скажем. А может, с той стороны вход есть? Вот внутри корабль. Есть? Открыто, да? Вот такая печка есть. Ну, здесь будут жарить шашлык. Там беседки вот есть. Ой, ну удивительно. Это какой-то вот прям оазис. Ой, привет! Привет! Вот сейчас споет он. Он как из этого мультика. Сейчас спою. Ага, Казак FM. Заходи, если что. Вот он точно, этот волк. Ой, там на горе. Вот они и поют. А где бабки-то, блин, которые поют? Ну, фонтаны здесь будут однозначно. Вот я уже вижу. Столько много здесь скамеек. Столы большие. Ой, то ли хорошо. А медведя-то мы вот пропустили. Я тебе уже говорила. Да? А кто тут живые? Курочки? Ослик. Посмотрите, ажурные беседки такие. Сейчас... Да, сейчас я подойду, ага. Сейчас. Ушко здесь. Сейчас посмотрим. Я хочу ближе беседку вот показать. Фонтан, эту всю аллею. Вот, конечно, здесь отсвечивает. Ой, здорово. Прекрасное пушки, место. Пушки старинные лежат. Ага, это настоящая пушка, что ли? Вот пушку настоящую даже показала я вам. Ядрами стреляли. Да? Ослик Иа. А это что вот красиво цветет? Вот это что за растение? Думаешь, я знаю? Запах я даже не почувствовала. Ну, красиво. А запах не почувствовала. Что за цветущие растения? Там целый зверинец. Ага. Да? Вот павлин. Ага, точно, сейчас покажу. Ой, их тут несколько. Привет, павлинчики, белые голуби. Ой, первый раз так близко павлина вижу. Близко не буду подходить. А голубь что сидит на земле? Чего он присел? Отдыхает, что ли? Или яйцо высиживает там? Их много, вон они сидят. Вон она себя в порядок перед камерой приводит. Думает, наверное, хорошо я выгляжу? Да красавица! Да очень красиво выглядишь. А это что, придашёл? Подошёл просто что-нибудь. Попрошайничает? А я даже не знаю. Смотри. Можно ли? Сейчас хоп, камеру отберёт, да? Ой, красавец, ой, красавец. Да. Ой, как здорово. Как здорово мы, что сюда заглянули. Павлинов увидели. Вот и курочки, и петушки тут беленькие. Фазаны, где они? Вон. Где? Вон. А, фазаны там, вон, да. Видите, курочка сидит, да. Видишь, какого? Есть. Вижу, да. Ну, вот эти павлины, какие красавицы. Вон там еще. Тоже павлин сидит. Вон, павлиниха, вон. Да, она сидит. Я, наверное, уже кладку сделала. Яйцо, наверное, высиживает. Ой, красавица. Ну ладно, пойдем дальше. Вот растение, конечно, вот это я не знаю, что за растение. Смотри, лиан вот это вот плетется. А там даже беседка с этими. Посмотри, как красиво тут. Пойдем. Ой, Мишка, медведь, привет. Домик бабьёшки. Я прям уже это... Хочу все показать. А там это рынок садоводов-огородников, что ли, там? Точно. Но мы туда не будем уже заходить. Привет. Рынок там оранжерея, скорее всего. Да? Ну это все... Нет, там, наверное, продаются цветы, скорее всего. Естественно, стекло там не выращивают. Да. Просто сейчас там уже тепло. Вот такая беседка, смотрите, как здорово, с колоннами и с павлинами. Ой, красиво как. Пойдем тогда по-быстренькому туда еще заглянем. Ой, какой Мишка вон большой под деревом стоит. Тут ты сразу даже не разглядишь.
Где что? Мишутка, привет. Вот у нее тут макраме связано. Она куда-то пошла за малинкой, наверное. Домик с ней красивый. Окна, смотри, как сделано. Ага, и окна, и бочка такая на двери. Ну, здесь пивной бар, наверное, будет. Это по типу, то ли, наверное, питомник. Посмотри, вот здесь вот что это выращивается. Будут... Ничего не питомник, это да? Сад просто. Да? Конечно. Это сад. Питомник вот внутри, наверное, стекло вот это вот. И рыбка, и лягушка. Вот мне показала рыбку с лягушкой. Вот. Рыбка золотая и лягушка. И я быстро, я же не хожу, не топчу. Я быстро. Вот такой удивительный сад я вам показала сегодня. Это вот благодаря моему супругу. Он там лев сидит, спрятался. Маугли какой-то сидит. А здесь сетки кто? Никто. Ну, но кто-то был. Здесь вот что-то кормят они. Короче, сбежал, сетку открыли, и он сбежал. Кто там был, не знаю. Ну, а здесь уже вот. Я так и думала, что здесь. Это рынок. Или они вот как... Или они просто украшают. Что? А-а-а. Вот такой вот павлинчик сидит. Красивенький. С камнями. Ну, удивительная красота здесь. Ага. Ну, вот еще вот этот замок построит. Я очень быстро иду, очень как снимаю на телефон. Он меня, наверное, не загрузит. Будет долго загружать всю эту красоту. Поэтому вот так прям бегом-бегом снимаю. Ну, красиво, что говорить, красиво. Привет, дяденька. О, ой, 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 это эти кричат. Павлины так кричат, слышали, да? Вот такие маки. Вот уже они. Какие-то махровые маки уже. Саженцы из Италии привезены, из ученым каким-то парк основан. Ага. Ну вот достаточно. Я уже показала, дальше не пойду. Всем пока. С вами была Антонина. И приятного вам просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересно. Дальше я буду показывать Керченский мост и берега, как набережные Ялты, Алушты. Так планируем. Так, до новых видео, друзья. Пока.